Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агрия. Всем, кто слышит это сообщение, Зергинов. Умники из Мёбиуса считают, что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего, его охраняют протосы-фанатики. Они называют себя Талдарим. И не думай, что эти Талдаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что... Вот он, Джимми. Все как Мёбиусы сказали. Легкая нажива. Даже не знаю. Там довольно много протосов. Нам придется... А это что за... Внимание. Обнаружены многочисленные биосигналы зерга. А, черт. Они что, все время сидели под землей? Черт их знает. Но руку даю на отсечение, что бегут они к нашему святилищу. Это все осложняет. Мы не сможем воевать на два фронта, приятель. Если повезет, то и не придется. Все, что нам нужно, это оцепить святилище и удерживать его достаточно долго, чтобы извлечь артефакт. Поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов, пока их основные силы заняты зергами. Протосы обречены. Их гибель — вопрос времени. Поэтому наша задача — захватить артефакт и побыстрее исчезнуть. Недостаточно минералов. Выкладывай! Кому навешать? Зергов значительно больше, чем протосов. По предварительным оценкам, протосы долго не продержатся. Итак, план у нас следующий. Добраться до артефакта, пока зерги не смяли протосов и не захватили святилище. Режим готов. Тревога. К базе приближаются сталкеры протосов. Да будут! Входящее сообщение. У меня для тебя сюрприз, ковбой. Мародеры. Все как один специалисты в теории и практике большого взрыва. Не уверен, что сейчас подходящее время для экспериментов, Слон. Самое что ни на есть подходящее. Просто натрави мародеров на сталкеров и посмотри, что будет. Что происходит? Да, да. А! Чего пугаешь? Есть. Задавим их интеллектом. Меня на всех хватит. Доктора вызывали? Вызывали? Я уже заждался. Где тут раненые? ТСМ готов.
самочувствие? Кому навешать? Окей. Что стряслось? Кого подлатать? А! Чего? Недостаточно минералов. Достаточно минералов. Кому навешать? Все понятно. Резерв готов. Тревога. К базе приближается стая зергов. Бригады будут? Где тут раненые? Резерв готов. Случай запущенный. Кому навешать? Высылайте мешки для трупов. Меня на всех хватит. Еще бы. Конечно. Вооружен. СМ готов. Точняк. Кого подлатать? Здесь нельзя строить. Я уже засрался. Уйди. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Что происходит? Приказы будут? Да. А? Чего пугаешь? Есть работенка. Пристройка
Завершено. Сейчас мы бегом, Марк! Кому навешать? Приказы! Вооружен и опасен! Давай, удиви меня! Задавим их интеллектом! Доктора вызывали? Где тут ранен? Где болит? Вооружен и опасен. Я уже заждался. Это... Вызывали? Понятно. Только с... Говори, что еще? Мы теряем время. Как самочувствие? Доктора вызывали? Доктора вызывали? Где тут раненые? Бегом, я уже... Я готова. Вооружен и опасен. Меня на все. Улучшение завершено. Кто на новенького? Я уже заждался. Давай, удиви меня. Где болит? Оставим их интеллектом. Приказ получен. Я готова. Кому навешать? Вооружен и опасен. Высылайте подмогу. Улучшение завершено. Кого подлатать? Что стряслось? Да, да.
Давай, удиви меня! Оставим их интеллектом! Вооружен! Что на новенького? Доктора вызывали? Доктора вызывали? Будет сделано! Доктора вызывали? Доктора вызывали? Кого подлатать? Что стряслось? Будет сделано. Выкладывай. Да. Опишите хорошо. Я уже заждал. Давай, удиви меня. Окей. Что за спешка? Сейчас рванет! Ты с ума сошел? В открытом бою зерги нас сожрут. И ты это знаешь. Предоставь тактику мне, Тайкус. Вооружен и опасен! Понятно! Доктора вызывали? Так точно! Доктора вызывали? Кто на новенького? Так точно, сэр! Что происходит? Как скажешь, а? Водишь ты! Кому навешать? Вооружен и опасен! Понятно! Пошло-поехало. Сейчас рванет. Будет сделано. Почему бы и нет? Окей. Приказы будут? Кому навешать? Давно бы так. Сейчас заберут артефакт. Артефакт у нас. Сматываем удочки. Я совсем забыла, какой ты изобретательный, Джин. Но я не повторю эту ошибку. Черриган. Come on.
Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, а Джиму дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Ты вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять зергам и Доминиону одновременно, мне понадобятся люди. У тебя есть свободные наемники? Как началось нашествие, мои ребята на расхват. Но твой бармен делает божественный майтай. Так что, конечно, у меня найдется для тебя парочка интересных предложений. Вы сама любезность, мистер Хилл. Донни Вермиллион, в прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Надо бы его снять. Хотя ребятам вроде бы кажется, что это круто.
Твои приятели Мёбиусы случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. У меня такое чувство, что я разговариваю сам с собой. Есть предложение. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Славный предводитель вернулся. Как поживаешь, ковбой? Что нового, Свон? Ничего особенного. Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага. Улучшения все занесены в консоль. Но на них потребуются деньги, и немалые. Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками. Слушай, я знаю, что с деньгами в последнее время было туго. Но этот артефакт с Марсары окупит все наши расходы. Где-то я это уже слышал, брат. Но теперь другое дело. И это я тоже слышал. Хватит бездельничать. Пора создать видимость деятельности. Должен сказать, шеф, увести артефакт из-под носа и у зергов, и у протосов — это высший пилотаж. Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет? Вы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей.